Ну что тогда? Давайте посмотрим, что у нас есть-то. Что мы там... А, кто? Где? Кто? Куда? Шестой акт. Вы же хотели шестой акт. А что так быстро? Я не готова. Я не одета. У меня чай не сделан. Не заварен. Ладно, сейчас я быстренько, пока они тут ролик показывают. А я пока лимонадика налью. А я пока посмотрю. Найс. Это негр? Я надеюсь, вы не на отличие. А вот он мне напоминает... А, он напоминает мне главного героя из Мафии 3. Вито Скалетто. Вито Скалетто. Не, не Вито Скалетто, который следующий в части был, в который я не играл. А, не знаю. Червячка не хотите? Нет. Червячка заморить? Да. Нет. Я уже заморил. Давай лучше расскажу тебе, знаешь что? Я, по-моему, тебе... А я тебе рассказывал вчера, да? А, да, рассказывал. Все, не буду рассказывать. Это про белого бычка, да? Нет. А, так вот, слушай, я понял. Получается, вот эти вот ребята, это ребята, зараженные червями, поэтому у них есть разум. Да. То есть, не просто зомби. А чё за черви, жопные? Жопные, да, глисты. Глисты, когда ты выпил 0,5 сидора. Это у Стивена Кинга был рассказ про глистов. Это мы его должны будем уничтожить? Так вот, полурак, полу... Хер пойми, чё. Чу, потянем чел. Речка, а, крови. Парадайз, рай, фига себе, я не знал. Парадиз. Да я не знал, что а это чу, рай. А ничего, нормально, чума. Общайся. А ничего, нормально, нормально, общайся. Я готов. Тема нигер. Вот этот. Нега. Каждый порядочный нигер должен ходить с глоком и с МП-пяткой. Глоком и с МП-пяткой. ПМ-пяткой. МП-пятка. Ага. Manager Project. Пятка. Ну. Ну чего, выберите свои карты. Давайте, выбирайте уже. А чё сталкер такой? Какой? У тебя там колючая проволока. А, у тебя колючая проволока есть. О, что это такое, если бы знали, что это такое? Он дробовик. Дробовик. А, не, я не хочу колючую проволоку, я инструмент возьму. Не к сегодня в город, это колючую проволоку. А. Или биту взять. Бита тоже хорошо. А давайте я возьму. Так, что там у нас? Либо это, либо это. Так, на этот раз я пантронтаж брать не буду. Чего взять, дефибриллятор или набор инструментов? Мясо. Блин, я даже не знаю, что взять. Тут, я сейчас настроил, чтобы у меня два оружия было. Короче, я буду медиком. Кем ты будешь? Как обычно, медиком. А, ты у нас медик, оказывается. У меня два дефибриллятора. Так. Нормально. Да я всю жизнь медик во всех играх. Ты мою статистику Battlefield 3 глянешь, ужаснешься просто от количества воскрешенных жизней и лечения. Это ты некромант. Я постоянно в топе номер один по количеству очков, но не по количеству убийств, потому что я всех лечу, бегаю и воскрешаю.
пойдемте? Пойдемте. Все, мы готовы. Что-то мы там кому-то... Почему же тут нету зомби? Подозрительно. Что это за... Вы видели этого товарища, который... Че, зомби? Ну вот, накаркал. Нормально же общались. А ты навел на них ракеты. Так. Взрывчатка в коттеджах, да? Так, вы с какой стороны? А, вот туда пошли. Мы по часовой побежали, да? Ну, типа. Кто ты так посмеялся? Да тут есть такие всякие. Странные. Ай, да блин. Пипец. Тебя жрут? А, уже жрут. Нет, тут всякие стоят эти. Я помоюсь. Давай. Так, взрывчаточка. Так, что там? Нужен кулак? Кого? А, зачем ты это делаешь? Я тут моюсь. Да, я знаю, что ты там делаешь. В своих душах. Нормально? Тебе нормально? А вдруг я там писюн дрюкаю, а? Вот-вот. Он мне писюн показывал. Хулиган. Короче. У них групповушка была. Хулиганы. О, свободное это самое. А еще кого место взять? Вот такую штуку. Какое? Что там такое? Конечно, с образцами здесь. Это возьмите, да, у меня же сумка с этим, вещевая сумка. Ну ладно, я, у меня просто два дефибриллятора, я не знаю, что взять. Ну, возьму, так возьми один. Я только один могу взять, да. Почему тут как в Таркове нельзя этот за угла выглядывать? Чисто. Ну... Да, меня вообще бесит этот тоже. Ребят, ребят, а что это такое? Где? Вот это. Где? А? Где? Здесь что-то пикает. Где? Это выстрели. Это динамит, нам надо еще третий поставить. Ребята, а что это такое? Не знаю, выстрели, бам. Это анекдот про Дауна, знаете, был такой. Не знаем такой. Ну, короче, папа объясняет сыну Дауну. Мол, вот так, гляди, сынок, красота какая, море. Так, сынок, где? Ну, вот здесь вот. Где? Здесь я, отец такой, море, да вот здесь, а здесь вот. Ладно, дурной анекдот. Ну вот эта фразочка, где, где, она очень запоминается. У кого нет опыта звонаря? Я, у меня есть. Кого? Так, третий. Эй, подождите, я тут еще в домике. Не наша вина. Вонючка. Давайте колоколу отступаем. Я их сдержу. А сейчас все рванет. Ой, еще какие-то эти самые появились. А вот уже исчезли. Потому что нельзя размещаться на крыше, которая рванет. Оп-оп. Боже, какие они необразованные. Нам сейчас физдос будет. Ай-ай-ай-ай. Там, у меня 124 хп, ребята. 124? Да. Да это просто дерьмо подземное. А все. Рощица называется. Подземное дерьмо. Так, что там у нас такое? Ты кому сигналишь, дядя? Так. Куда нам надо? Куда надо, непонятно. Непонятно. Для начала нужно разобраться с этими товарищами. Кровопийцы, блин.
А вон там дырка. Дверька. Как у вас там в Москве говорят? Дырка у тебя. Я это отверстие. Дырка или дверька? Знаешь, как мой технолог говорил, дырка у тебя в жопе. Техническое отверстие. А, типа классика жанра, да? Что это у нас такое экспансивные патроны? Так, блин, дай блин. Решить, что я хочу. Так, шкафчик где-то есть. Вот шкафчик. Какой шкафчик? Лечился, кто нет? О, точно, спасибо. Прям доброта. О, хорошо. А чё вы... Всё? Больше никто не будет? Я подлечился. А, тут... У меня, в принципе, выше нормы ХП. Чё вы... Больно в ноге. Больно, мне больно. Так, что за ящик supply? Его можно открывать? Можно. А то опять открой какой-нибудь ящик не тот. Supply можно. И на меня будут ругаться какие-нибудь консольщики. Сейчас я покажу, как Рэмбо воевал во Вьетнаме. Или где он там воевал? Мне это больше Хищник первый напоминает, когда все начали стрелять. А где он только не воевал? Где он там в Америке устроил джихад в городке? Локуст. Потом во Вьетнам его отправили, да. Да, заранее. Потом в Афганистане воевал. Ну и наконец в Бирме. А потом обратно в Техас уехал. И немножко в Мексику. Рэмбо 2. Кровавая. Резня бензопилой. Ой. Смотрите, какой дяденька тут лезет. Не в мою смену, как говорится. Угу. Джеронимо! Я что, зря РПК находил? Не. Давайте, ребята, сюда. Пошли. Да, нечего там делать. Фига себе тут! Уа, я нашел целый склад. Так, открываем ящики, патроны. Подходи, налетай. Покупай живопись. Торопись. Ой-ой-ой, не-не-не, верните, верните, мои хорошие. А этот хороший пускай будет. Так, или этот оставить, блин, а? Пипец. Пипец. Ладно, нормально. Супер дробовик опять со снайперским прицелом, пипец. Патроны, ладно. Ты опять взял дробовик со снайперским прицелом? Нет, я просто вижу, что здесь. Шотган со снайперским. Это имба, ребята, вы просто не знаете. Да-да-да. Просто не понимаете, имба. Этот прицел просто имба. Это... Оружие для крутых пацанов. Так, лечиться будет? В смысле, я уже полечился. Я возьму тогда аптечку. Ай, ё-моё, это дефибриллятор гребаный, а? Раз, опять снайперы какие-то. И опять основа. Разместите сифор. Так. Что насчёт лопи? Чё-то разрываем, блин. Минирую. Отходим обратно. Сейчас будем взрывать что-то. Пулик, не буду брать. Дурацкие шутки всякими дураками. Фигами. Да ё-моё. Mm-hmm.
Сворми решают. Прикрываю. Вовремя, да? Спасибо. Помог. Я тут остался. Что-то меня. Помогите или не. Ну, короче. Ай-яй-яй, опять. Какой этот варь. Нет, я сам. Зараза. Есть серьезная нигерская разборка. Что вы там по поводу книг спорите? Кстати, у меня 82 хп, ребята. Девочки, не пипец. Девочки, я сейчас умру. Алло, Галечка, ты сейчас умрешь. Вот-вот, да. Не в мою смену. Ты тоже не в мою. Как, я не понял, а что у меня с патронами? Не в мою смену. У меня патронов больше нет. А что тебе не хватает-то? Каких пистолетных? Пистолетных держи. Я в упор Спасибо. Попасть не могу. Так. Самодельные. Патрончики. Говорится, не обязан. Ты, здоровяк. Эй. Отпусти меня, падла. Так, мы там все поставили, да? Какие-то джихадисты да, тут, а? Веселые ребята. Не ври. Не веселятся, правда, посмотрим. Блин. Я вляпался в эту растяжку. Крайне вовремя. Да-да, вот понял. Паринтенс. У нас вот завтра будет в Питере этот пробежка. Вот, доберитесь до корабля. Я думаю, вы будете пить. Ну, чё, у меня носки идет. Есть. В Питере пить. Серьезно? Ага. Блин, была культурная столица, да? Ребята, я совершаю важный прыжок. Веры? 20 хп. Веры, надежды и любви. Так, блин, кто тут? Баба, иди нафиг. Поехали. Ю, можно выдохнуть. Курорт 5 стар. 5 звезд, а да? Я завтра в Монино поеду на этот это самый аэродром с самолетами. О, прикольно. Авиамузей. Не, ну прикольно. Че там? Мне понравился музей в Тольятти. Я когда ездил в путешествие, заехал в Тольятти зимой, чтобы на картах покататься, на картинге шипованном. Естественно, меня посмотрели как на дурака и сказали, какой картинг зимой, ты что, упал? Вот. И там был огромный музей под открытым небом. Подводная лодка там стоит прикольная. А больше всего мне понравилась история, как ее туда приволокли. Это, конечно, тот еще прикол. Ее по Волге спустили, затащили на берег, ну, нос. И заморозили, ну, вморозили в реку, чтобы по весне, когда слякоть будет, ее проще было тянуть. Ну, естественно, по весне она оттаяла и уплыла. Далеко? Гениально. По Волге, ну и потом нашли и это, приволокли. Нет. Где такое еще может быть, а? Беспилотные подводные лодки по Волге. У нас беспилотные самолеты во время Советского Союза летали. Эти да, как они, не стрижи, стрижи, по-моему, да. Не стрижи, там немножко другое веселье было. Там, короче, МиГ-23, из него пилот катапультировался, и он без пилота летел еще там километр, ну, да, то ли, что-то далеко прям долетел как-то.
Так, я взял ячейку под гранаты, имейте в виду, две штуки можно взять. Так, у меня соточка есть свободная, если кому надо. Я возьму. Возьму еще гранату. Давай. Гранаты это могло быть хорошо. Ладно, пойдемте. Пойдемте, что ли? Поговорим. Ты там хищника попытаешься выследить. Я Рэм. Все. Почему нету зомби? Я не знаю. Это не я. Я не я, и хата не моя. Моя хата с краю, ничего не знаю. Так, растяжка, осторожно. А, точно. Ты даже перепрыгиваешь, но все равно работает так. Не, это я пробежал. Ну ты, блин. Там сказали растяжка, это просто... А ё-моё, я сигнализацию активировал. Ну ты, блин. Просто пипец. Стелсить с вами. Короче, и этот человек не... Хорошо, что мы в PD2 не пошли. И этот человек мне предлагал в пайке стелсить. Юп. Хрена ты отлетел. Да. Аттракцион. Ой, да ребята. Ладно, как будто бы вы не активировали, а? Нет. В том-то и дело, что нет. Или дура шальная. Смотри. Передай редко. Ну теперь... вот, а я о чем, а? Теперь моя очередь лажать. Перезарядка. А, ой. Что-то у нас тут есть сзади. Патроны, оружие. Обезболивающее. Так, Хикс. У нас тут обезболивающее есть. Нормально, я полечусь. Так. Жизнь боли. Жить в кай. Где? Ох, мешков. Нет. Что-то, блин, развелось тут, а? Слушай, всякое, не говори. Не говори, пипец. Так, вы отходите куда-нибудь. Сюда, например. Че там, лифт надо? А, это не лифт. Пойдем, че? А, лифт, да. Приглашаю вас в отель. Тихо, я не знаю, как а сколько звездочный? 10. Ну, курорт 5 звезд, отель 4. Еда 3. Передвижение одна. Ой, две. Ты не раз ночевал в хостеле с муравьями. Реализация одна. А, лицо царапает. О, смотри, что-то есть интересное. Дульный тормоз какой-то. У нас, конечно, будут вообще песни. Да боже. Кому нужен длинный ствол, а? Признавайтесь. Я уже взял. А насколько длинный? Девочки, у нас тут этот противник появился. Что-то бьет. Я как бы и так свой паны заправляю. Иду помахивай, да?
Знаешь, когда ветер, да? Когда жарко, да? Ребята, тоже делали вертолет в ванне? Не говорите, что вы не делали вертолет в ванне. Слоник, вертолетик, все дела, да? Да. Фигурное махание. Я именно поэтому не люблю ходить в баню. Из-за вертолетиков и слоников? Да, так, нет, тут ну, дверка есть, кстати. Не люблю смущать людей. Сейчас подойду. Взломщик идет. Ну, это не обязательно. Ну ладно, пойдем. Посмотрим. Открыл. Хакер. Так, прицел с большим увеличением. О, аптечечка есть. Аптечечка. Хикс, иди сюда. Тебе пригодится. Я фасольку кушал. А, тут роющийся, ё-моё. Бегу, стою. Так, чё, где, куда? Да вон там, в конце двери. Зайдёшь, спросишь и директора. И вот тут вот. Нашёл, спасибо. И да. Вот это вот туда. Да, спросишь уборщицу, уборщица даст тебе ключ. Мама, я в телевизоре. Это телестудия? Ну, дробовик, опять со снайперским прицелом. Сказка, обожаю. Угу. Только его не использовал. Что-то у нас... Кому интересно? Карабин. Зеленый. Ой, черт! Тут у меня по что оставили, ребята? Что ты там идешь? И тут раз, один жирный, худой. Там карта была случайная, если что, возьми. Да, тут на тачечку можно отмечать, если что. Короче, я могу сейчас хилки вообще не использовать, если что. Кого? Могу хилки вообще не использовать сейчас. Ой, еще аптечка. Если я 5 секунд нахожусь без урона, я по одной единице урона в секунду восстанавливаю. Иди. А у тебя эта карта сработала, да? Иди лечись. Нет, у меня эта карта появилась. Хикс, иди полечись. Я просто такую карту себе покупал, но она мне еще ни разу не срабатывала. Ни разу 4,5 секунды без урона не находился, да? Да. Там в кого лух прилетел? А где ты, роешься, долбаный? Привет. Пойдемте наверх. Да что такое? Я только нацелюсь, и все умирают сразу, а? Ну, видишь, карма у тебя такая. Даже трудно сказать, плохая, да? Боже мой. Так, что там? А, тут можно было... Это блин, сам... вот хотел купить набор. Да там будет этот миниган. Он тут не особо-то нужен. Ну или нужен, но потом, на более сложно. Так. Что-то включили, что надо, да? Ага, хорошо. Так. Mm-hmm.
Я просто стою как пулеметная турель такой. Где-то та 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 У зомби. И у меня. Попали, попали. Пидоры. Меня снайпнули в полете. Что-то там. Сбоку, сбоку заходи. Окружай, окружай на желупой. А, да, пошли. Сбоку, сбоку заходи. Ну, чики-брики и дамки. Дамки. Все, пулеметная турель Сергей становится снова на сохранение. У меня сейчас кисец будет, там мужик такой, что я его даже... Так отходите в эту самую дверь. Типа разрешили. Че? Кто? Тут винтовочка есть. Штурмовая винтовка, сглушитель. Она такая, это как его, как дробовик, да? Только с оптическим прицелом. Не, у нее хуже урон, чем у моего невероятного автомата, пулемета. Чё там? Так, здесь патроны. Ага. Девочки, на корабль. Пойдёмте уже. Нечего здесь искать. Пулеметная турель Сергей прикрывает ваши зубы, если меня сейчас чего-нибудь работают. Пойдемте, пойдемте. Отходите, отходите! Да, пойдемте. А куда я прыгнул? Я не знаю, я куда ты спрыгнул. А? Ты в правильном направлении прыгаешь. Вижу цель, иду к ней. Да-да-да. Вижу цель, не вижу преград. У самурая нет цели, есть только путь. Жесткий ноутскоп 360. Так, куда это не тот путь? Эх, там в другую сторону. На рекпоте это, конечно, легко проходить. Я думаю, на ветеране тут можно вообще загнуться. Да, согласен. Так мы и так загинались. На пол компании жестоко было. Жесткач какой-то. Ну, не знаю, что бы я в воду спрыгнул, не успел. Что это было? Украина имеет право стать членом НАТО. Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит Путина в Турцию в ближайший месяц. Что вы там все про члены? Опять ванная фигурная. Катание. Конечно. О, разблокирован. Эх, куплю себе волыну реальную, конкретную. Бугром стану, бригаду сколочу. Да. Не учатся ничему некоторые, и учиться не хотят. Такие, на американского насмотрелись, что ли. Наигрались, как Макрон сказал. Кстати, а что там у нас сейчас во Франции? Просто вообще веселье и пипец одновременно. Ага. Не знаю, мы когда с тобой во Франции были? Вчера, да? Позавчера мы с тобой во Франции были. Да-да-да. Там одни эти. Шпрехензе, шпрехен. Шпрехензе Алжирен. Ну. Он дорабин. О, огнемет. Так, экспансивные патроны. Крис Вектор. Нет, спасибо. Что-то вы там скинул. Красный магазин. Я там еще там были экспансивные патроны. А, нормально. Что там у нас есть еще? Что-то? Огнемет внезапно. Так, я денежки скину, кому-нибудь пригодится. Так, сейчас я тоже себе купил гранатку. А давайте я куплю что-нибудь еще нашей команде тут. Выносливость. Так, сейчас. Вот, у меня есть, от меня еще 250 купчак. Можем боеприпасы купить, если что. Если надо. Кстати, вот от патронажа я бы не отказался. Боеприпасов? Ух ты, что это такое? Ну да, про запас. Хотя ладно.
А можно я возьму, или это кто скинул такое? Это большой, я его кинул. Большой магазин с патронами. Забирай. Бери, ой, спасибо. Дом. Спасибо, мил человек. Я себе просто скоростной магазин взял. Ну чё? У меня теперь пятка вообще перезаряжается за секунду. Угу. Отошли все! Все, патронов нет на турели. Говорится, я ваш путал. Мне нравятся эти чуваки в шлеме. Им с, ну, с ножа ударяешь, у них шлем слетает и потом в голову. Ага, прикольно тут. Удобно. А вот, почему тут эта хрень. Я с одного выстрела ложился. Так, я сумочку подобрал. Ага, хорошо. А, ну я перезаряжаюсь чисто. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, тут у нас винтовка какая-то. Так, патроны. Ай, блин, опять. Жёбаные капканы. Ну ты просто здоровый, поэтому ты все время в капаны попадаешь. Капаны. Да ты не спи там. Вот, аптечка есть, кстати. Лови аптечку. Ну я возьму. Там есть место. Чё-то мне не нравится, что тут. Так, увидите бензиновые канистры, не это самое. Зачем? Я имею огнемет. Я слышу, кто-то большой тут идет. Заряжается. А вон он. Ой, что это такое? Фига себе. Оракулу. Откройте. Че, оно током не бьет? Нету. Заземлись есть. Ну это ж Тесла, она что-то там. Она при прикосновении только бьет. Ну, так я на нее залазю, она меня не бьет. Значит, очень не продумано. Огнемет, ты нам нужен. Где? Где? А, то. Наверху. А, наверху. Паркур, паркур, новое движение, молодежное движение, путь самовыражения. А, вот сейчас заправлюсь. Смотри, опа, раз, опа, два, опа, четыре. Просто изи килс. Команда, вы где? Ящик. Два ящика. Один с инструментами нужен. Где? Вот-вот. Огнемет еще один. Кому нужен, ребят? Тут на одного бы патрон найти. Тут второй, если что, есть. Не, я свой МП-5 не поменяю. Там интересно. А точно. Все. Взял, пошел. Пошел, взял. Что тут? Электрошокер. Ладно, куда там нужно? Так, а там снайпера, да, сидят сверху? Да, прикинь. Так, давайте отойдем к Нептуну.
и послушай. Ой, извиняюсь. Я так понимаю, что нам нужно дослушать лекцию. Всегда не любил лекцию. И тогда нам откроется дверка. Веронимо! Можно черная дыра. Здорово. 19 million years. Или это нельзя говорить? Black Call. Откройте мне дверь, я ее. А ты канистрами можешь заправлять этот огнемет, да? Да. Круто. Тогда не надо. А бочкой можешь заправить? Могу. А, этой нет. Она только взрывается. А растяжка. Да я терминатор. Да, идешь прям в огонь. Меня еще кушают. Ты сделал, изменялся, да, все дела. Не, мне сейчас не пофиг будет. А где ты, где ты? Так, у меня тут... Тебе здоровяк сзади. На, вот тебе канистра. Что? Сейчас, подожди. Канистра? Ё-моё. Где я на эту там? Канистру всю жизнь потратил. Да не надо было. Ну, спасибо. Ну, я хотел самопожертвованием заняться. Ну, спасибо. Как герой. Нужно быстро бегать. Спасибо. А ты где там? А, вот канистра вижу. Все. Да, да, вот я ее не донес чуть-чуть до тебя. Где все? Я здесь. О, аптечка. Кому-то нужна была. Ну нет, мне еще пипец просто будет. Все, иди сюда. Так, канистра вот, если что. О, тут. Где, где ты, где? Фикс, опять ты что-то? Я опять возле канистры лег. Все, я больше канистры тебе таскать не буду. Ну и не надо, просто отметь. Оруженосец из себя так себе. Ему там больно. Ну где там эта канистра? Ты там отметь, где она, а? Для использования медики требовалась. Взорвалась. Наверх надо. Но. Жопу не всади, патрон. А нет, туда не надо. Туда надо. Что там у нас? Все, успех. Успешный успех. Да. Еще две миссии. Я думаю, они так же быстро пройдутся. Так, да. Я пулеметчик Сергей. С чего это? Надержимых убито 577. Нормально. Угу. Ого.
А я так не так уж много и нажег. Пройденные подряд главы 2. Очки снабжения. Фух. А река крови, набережная. Ну что поделать? Года берут свое, уже не реакция не такая. Где? Да ну, крикунья с броней, боже. Так. Это и смерть. Крикунья с броней? Да. Something's not right. Так, что-то у нас тут. This is Hope-1. We copy. Sounds deliberate to me. They must have turned off the power from the hydropower plant. That's good. They know we're on to them, and they're scared. Keep advancing. The dam is just up ahead. Eyes up, everyone. They know we're here. Так, 68 копеек монет нужны? Давай, не всегда. Да нет. А всякая фигня тут валяется. Зачем броня нужна? Ну, чтобы тебе лут хуже били. Чтобы быть бронированным. Да. Мы ответили на твой вопрос. Конечно. А, я знаю эту фигню. Ну, знаю эту локацию, точнее. Не особо сложная. Мы должны до этого добраться, короче. Семьдесят патронов дают себе знать. Что-то темно здесь, да? Да пипец. Ну что ты? Аптека. Есть не нужна кому-то? Сейчас пойду. Тут аптечка именно в целом. Аптечка. Идрит, смотри. О, тут тоже аптечка. Кто меня жрет? Кто тебя жрет? Меня сожрал. Я тебе помогу. Иди в аптечку исцелись. Ага. Ага. Резонансные материалы, какая-то хрень. Всякая фигня. Да, работает. Работает, работает то, что типа если 4 секунды. ПХП в секунду. ПХП. Секунду. Ой, снайпер. Ребята, у нас разрушитель. Снайпера снимите. Снял. Есть какая-нибудь граната? Была. Была, да. Ай-яй-яй, мне опять жопу надирают. Та же фигня. Не, есть моментик, да. Есть ли у вас моментик поговорить о господе нашем зомботроне? Нет. Вставай. Отстреливай. Да вот за тебя. Ой. Прям был. Спасибо. Бодрость. Фу. У меня на 2 хп это все было. Иди. Да, у меня 2 хп оставалось, я там. На 2 хп. О, какой-то калаш есть. А какой ты калаш? Этот самый. Таблетки схавал или у тебя аптечка была? У меня? Да. Я не знаю. У меня ничего нет. Не, просто у тебя сейчас здоровье, смотрю, поднялось, и поэтому думаю, может тебя подлечить надо. Оно как-то само по себе, я убил босса, и оно поднялось. Ну, наверное, такой бонус. А, это скорее всего
У меня какая-то хрень активизировалась. Может быть. Так, склад. Свирепый босс. 500 медиков, бонусные очки снаряжения. Победите босса и пройдите уровень, чтобы заработать. ФЗ. Так. Феноскоп. А, нахер феноскоп был? Блин, это у меня, конечно, здоровье уменьшилось максимальное. Ну, у меня тоже. Так. Что-то что, Форест? Что-то пищит. Форест. А что, непонятно? Кого? Кто нас? Где я? Утащил. Ну, поздравляю, ребята, у нас новая орда. Пушите. 4 подряд. Нормально. Нормально, о. Уже задрался, я буду работать. Так, дефибриллятор нужен кому-то? Тут есть. Нет, ящик. Не открыли, сейчас откроем, посмотрим, у нас что-то тут есть интересное. Что у нас такое, карабин? Я знаю, что меня ХП мало. Пойдем, 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 пойдем. Так, отступаем. Ну как, отступаем? Вперед отступаем. Так можно? Назад атакуем. Блин, ты чё темно? Вроде бы день, все дела. Гребаный снайпер, а? Да убил, убил. О, тут течечка. Так. Я воспользуюсь. А, нет. Просто тьма сзади бежит, ребята. На сзади. Давай, отступай. Отступай. Нет, я не отступлю. Ты чё? О, смотрите, какая. Иди сюда, у нас тут площадка. Держи. Детская площадка. Дальше, да. Ребята, что с него один? Так, тут ящичек есть с контраташем и прочее. О, случайная основная карта. Здоровье. Берите, ребята. Это что у нас такое? Винтовка с глушаком. Угу. Ну, не, у меня получше будет сейчас. Да у меня еще сам бобы ствол. Не ври. Там просто 90 урона, 95 урона. Нормально, да? Нормально. Ой, сейчас будет вообще жесть. А я прям на ловушке. У нас те же грабы. Че, начинаем? Подожди, сейчас это ящичек. А, нужен набор инструментов для минигана. А, тут дверка есть. Давай лучше дверку открою. Да, дверку лучше. Тут капкан лежал, может его поставить? О, аптечка. Я воспользуюсь. О, хорошо. Чайная так. Карта есть? Коллиматорный прицел. Коллимар. Ну, нормально, вот. А оптику можно на то самое поставить. Блин, ты все аптечки захавал. Кто? А, у, там на всю тиму типа даются. Да, 4 штуки. Так, подожди, хикс, 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 хикс. Иди сюда. Не-не-не, ладно, у меня таблетки. А, у меня, подожди, у меня есть это самое. Вот, иди. Да мне пока не надо. Иди, я заплатил 400 баксов. Я царапал. За твою страховку. Ну, у меня все равно, ладно. Ага, все, спасибо. Еще лечись.
Не, у меня платно, я сейчас за бабки отличился. Вот опять 400 требует. Мышки, у нас начнется сейчас полный пипец. Бля, Галечка, ты сейчас умрешь. Медянки, гранаты. Отлично. Да ё-моё. Случайно две гранаты кинул. Но ты забрал сразу минус 2. Хикс, если что, отходи за меня, я буду сейчас. Ага. У нас снайпера. Нету снайперов. Есть, честно. И не будет. Сзади. Пойдем. Пошли. Ай, блин, что-то я. Пошли. Хикс. Побегай, побежали. Да похуй. Двинул. Ай-яй-яй. Вот же зараза. You bastard! О, снайпер. А? Нету снайпера. Был и нету. Лечилка. Обезболивающая. Двери поменьше открываем. Ой, я зомби убил случайно. Я не хотел. А, кстати, у нас орда бесконечная, держу курс. Да. Покупка карточная. Покупка, не хочу покупать ничего. Так, извини. Да, нормально все. Не соть. Да, все нормально. Так, все, ребята, следите за пролазом, я сейчас буду сидеть вот здесь. Где ты будешь сидеть? Здесь, а. Пойдемте. Покатились. В Диснейленд. Мани. Прощай, Карли. Что деду надо? О, сейчас, кстати, босс будет. Еще патроны нужны кому? Не. А кому нужны? Так, Хикс. Аккуратно. А вон он, да. Работаем по нему, работаем, братья. Мы угро убивали вообще? Да. А мы? Я не убивал. В целом нет. Еще ни разу. Блин, на бирже. А надо, скорее всего, с огнеметами втроем стоять. Чтобы его бить? Ну, скорее всего, не знаю. Ну, либо там какие-нибудь прям вообще пулемета. Знаешь, 4 пулемета в команде. Было бы интересно. К чему бы это нас привело? Осталась одна попытка. Ладно. Это две попытки, значит. Ну да. Это и следующий. Ну. Программистская логика. Блин. Река крови. Узрите предвестника. Свирепый. Да бог. Что ж такая жара на улице? Ой, у меня сейчас ночью прям вообще хорошо, в Питере не надо. Я сейчас вот доиграем, я мыться спать. Опять мыться? Я ж не мылся. У вас там когда, кстати, белые ночи-то? Уже. Так, что у нас патроны эпическая, что-то такое. Патроны В+, от Курону. Да, это же.
мне сейчас еще большой магазин. Не, лучше большой магазин. Так, с этим все хорошо. Два, три, и я куплю выносливость команде. Так, вот деньги скидываю, 560, кому надо. Так, у меня 68. Вот. Собирайся кто-нибудь в одном месте. Три гранаты куплю. Сталкер. Чё, господа? А, баблишко. Хватит? Не хватит. Хватит еще на одно лучше. Ага, супер. О, аптечка. Хикс. Ага. Пользуйся на все бабки. Ну, спасибо. А вам не надо? Не, мне не надо. Не-не-не, забирай, у меня все. Да, я забираю. Так, я сразу денежку. Тебя денежку скинуть? На чё? Мне нет. Я все купил. Окей. Полетели. Супер. Дурный тормоз какой-то. Ладно, пойдемте. Никуда стрелял. А? Жена? Ой, я назад. Давай, давай, давай. Эй. Так. На юбка, твою юбку. Че, вы где? Собираем. Патроны. Шашка под монтаж. Так, обезболивающий. Я себе возьму. Отвечаем, мы сейчас будем убивать, короче, босса. Да, посерединке. Это типа какие-то культисты, что ли, тут начали? Да-да-да. Там же показывали ролик, где они баловались червями в нос. Кстати, я им хорош, по-моему. Что-то у нас пистолет, МК, а там еще это один этот... ящик я вижу. Гарант. Да. Кстати, этот. О, а тут смотрите, как скар есть. Да не, я свой пулемет ни на кого не обменяю, у меня еще пулемет. А вот мне есть. Уже босс. Ой. Да, хорошо. Охереть, он здоровый. Ну, кто? Босс. Че, там босс, босс уже нашел? Ну, К-52? Он там гигант просто. Ну. К-50? Черная кола. Это. Аллигатор, ну. Тундровские мемы. Ебать. Это я почему? Чет 3? Два раз вот не понял. Пофиг. О, МП5. Эпический. Не в эпический. О, тут это, лав лежит. Да, кстати. О, дайте я ее возьму. Да, тут типа в этого босса надо фигачить. Я тебе скинул. Энлавами. Что, начинаем? Если только энлавами замочим, тогда... Давайте только энлавами мочить. То получим ачивочку. Ребят, давайте онли энлавами мочить. Не, я это как-то со стугны хочу стрельнуть. Че? Со стугны хочу стрельнуть, ваши энлавы. Это наш этот российский инла. Стугну. Без корнета. Как это работает, я не понял. Ой, они как-то сложно. Там что-то один предохранитель, второй предохранитель. Пока выдернешь, короче, уже. Ой, хрен, Наски. Черт, убить. Меня тут прямо в это самое болото закинуло. А ему куда? В эту зону надо стрелять, я получается? Я что-то вообще не понимаю, что происходит. Лава очень мало как-то урона. А чё, всего несколько на карту удалось? Я все въебал, если чё. Чё, может нахер тогда? Я просто и фигач мимо. Как получится? А вот, можно забраться. Работаем, братья. Работаем, братья, да.
Арбайт. А ему вообще урона не наносится. А он вообще что-то ничего не проходит. Походу тут какой-то скриптик надо. Я даже не знаю, как его убивать. Реально, а как его убивать-то? А надо, наверное, может быть, просто... когда он блюет, надо стрелять по его этой штуке. Да, походу, да. Я сейчас стрельнул, у него, по-моему, немножко это... Да, что-то. Срезалось. Понятно. То есть... Три гранатомета... в сраку закинули. Простите, мой французский. Сейчас, а вон яйца, по яйцам бей. Вон внизу там были. По яичку. Короче, в следующий раз она мне просто будет это... эту миссию пройти чисто он. Одними анлавами заработать его. Девочки. Ой, девочки, вы упали. Назад. Я тебе не разрешал выходить с карты. Понял? Да, ему он прям хорошо так наносится. Дайте его рубус заработать. Может, он что-то даст. Дальше идем дальше. Кстати, мирных жителей тоже, если что, можно убивать. Я проверил. Каких мирных? Ну, которые там стоят. А, типа, это другие зоны. Энлав. Энлав. Бери. Ты у нас оператор Энлава. Да. Где? Увидел, услышал. Вот я помню еще раз. Там за мной тотальное количество народа. Подожди. Я отстреливался. Я отстреливался. А, заблевали. Увидено. Хрена их тут. А куда стрелять-то? Также по яйцам. О, прямо вот хорошо пошло. Вот еще один. Вот тут еще один. По-моему, трех хватит. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, еще инлав лежит. И еще один. Давай, уже, показывай. Сейчас покажу мастерство, ребята. Смотрите, мастер. Алло, не покажешь. Не покажу. Мастер-класс. Вообще, по-моему, похрен. Там еще один. Еще из. Вот еще один. Давай. Гешталкер. Покажи. Гешталькер. Еще двери какие-то из набора инструментов, которые не открываются. Где? По-любому там джавелины. Сейчас будем веселиться. Нет, ребята, нас обманули. А, следующий. Проходим следующее. А тут, кстати, еще ящичек не открывающийся. Давайте вперед. Уходим. Его не убили. Ну сейчас о, самодельная бимба. На себе я от вас отстал. Да что это так.
это возьму. Вот где, ребят? Ёбаный, СНТ, капкан долбанный, сейчас сожрут. Ты где, блин? Хикс, ты где? Я подрываюсь. Отвалить от меня! Все, еле успел. Там это размен чисто один в один был. Ага, либо того, либо этого. Ну он типа в меня плюнул, и я в него выстрелил. Там вот такой вот разменчик был. О! Че, еще раз? Выходить не опять основ. Случайные карты берем. Ага, все, пойдем. Возьму. Здоровье. Снова. Я беру, короче, этот ракетницу. Да, давай. Идет. Идет. А сейчас будет три этих. О, еще одна. Ой, вижу. Ванлавка. Ванлавка. Ну, яйцеборот. Третий всрал. Извините. Бывает. Покажи яички, а? Где там еще этот НЛАП? Так, я один у меня в руках. Окей. Вон. Вот еще один. Чудо вот. Несите. Вот еще один. Несите последний удар, пользуя НЛАП. Что там, все, дальше идем? Да? А, ну почти дальше, надо. А вон вниз надо идти. Куда нам? Нам в это... Ко мне! Бобом. Поперли, поперли. Ребята, отходите. Я встал. Отходите, ребята, отходите. Давай, сталкер, хватит вот болотца с толстенькими. В смысле с толстенькими? Отход. Ну, вот так. Я приходил. Все, все. Вообще, имбу... я, кстати, имбовый пистолет нашел. Давай, давай. Мы, кстати, успеть должны добежать. У нас что-то времени-то вообще поджимает. Да. Все, покиньте арену. Куда? А, здесь. Понял. Да. Кажется, так... Нет, бляха-муха. Что, мы вышли, да? Теоретически. Я, правда, не туда пошел. Давай. Pacific. Тарантон. Вам тоже дали ачивку, да? Мне нет. Так я же прошел. Тебе прислали оповещение. Я вот реально, я сейчас прошел эти оповещения, ну, типа, достижения, и рядом с ними госуслуги. Я такой, зашибись. И повесточка. Да-да-да. Типа, хорошо играешь в Back 4 Blood. Да. Добро пожаловать в оператор дрона. Да, да, да.
achievements truly extraordinary is that they were achieved by everyday people. Everybody turned out to be anything but ordinary. My old man was always kind of an asshole, but I still miss him sometimes. You had a family once. I still do. And so do you. А вон мой пьет. Размазано. To hope. Back for blood. Left for blood. Left for blood. Blood for left. А, хорошо, хорошо. Азартный вот, игрок. В общем моменте я убил 981 одного мутанта. Сколько? 981 в общем. А. Одержимого, да? Да. У меня 620 одержимых. Ну и мутантов 96, урон? В общем. А общий урон? 218 тысяч. Ого. Понял. Ну ты с энлавом был. Да. Я пулеметчик. А исцеление команды сколько? У меня 47. О, у меня 0. Я ж говорю, я медик. Медик. Прирожденный. Адвокат, медик.